Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился к новому президенту Украины с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Об этом агентству Интерфакс Украина рассказал адвокат политика. В своем письме бывший президент Грузии отмечает, что не ждет от новой власти каких-либо должностей и преференций, но рассчитывает на защиту своих прав и восстановление справедливости. Саакашвили добавил, что Зеленский может приказать пограничникам впустить его на территорию Украины, чтобы дать возможность защитить свои права в суде. 21 мая Саакашвили первым откликнулся на призыв нового президента возвращаться в Украину. При этом он посетовал, что суды искусственно затягивают решения по его проблеме, а власти играют с ним в наперстки. Не забудь подписаться на канал.